с владением после этого выбрасывания вышли из ЦСКА. Правда, оно получилось совсем недолго. Усов. Ух ты, ой, вот это бросок! Вот это бросок! И Илья Усов снова под перекладину залетает шайба в армейские ворота. И вот уже 2-1. Минская «Динамо» выходит вперед. Что-то тренировались, видимо, пристреливали эту точку. Так и здесь было, я бы сказал, чуть подальше было, но бросок туда же не менее точный и очень-очень быстрый бросок в исполнении Ильи Усова. Там у него, ему много времени не дали, но здесь мы видим, что еще и перед Федотовым находилось два игрока ЦСКА и игрок Минского «Динамо». Разглядеть момент броска там просто возможности не было, и Усов попал, конечно, шикарно.